В воскресенье рано утром в центре Кирова произошел серьезный пожар. Загорелся двухэтажный нежилой дом под расселение на улице Молодой Гвардии, рядом с заводом «Маяк». На месте происшествия обнаружили тело мужчины. Все подробности в нашем следующем материале. Давай, иди сюда! Пожарные прибыли на место возгорания в половину четвертого утра. К этому моменту крыша двухэтажного дома уже полыхала. По словам очевидцев, пламя разошлось за 10 секунд, а треск был слышен на соседних улицах. Дом предназначался под расселение. Многие жильцы уже получили квартиры в Коминтерне и переехали, но некоторые возвращались, чтобы забрать оставшиеся вещи. Так поступила 68-летняя женщина. Она вернулась в старую квартиру за вещами и решила переночевать. В момент пожара пенсионерка, спасаясь, выпрыгнула со второго этажа. Она получила перелом позвоночника. Ее госпитализировала скорая, прибывшая на место. Еще один пострадавший, 41-летний мужчина, обратился к медикам уже после пожара. Он пожаловался на отравление угарным газом, но госпитализация ему не потребовалась. В результате пожара два человека получили травмы, а также обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается. На месте происшествия обнаружили труп мужчины. Известно, что он погиб за несколько дней до пожара. Возможно, он покончил с собой или это было убийство. На месте происшествия следователи обнаружили крюк и веревку. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, назначена пожаротехническая экспертиза. Пожарные исследователи не исключают, что вероятнее всего причиной пожара стал поджог. Алина Котрихова, Павел Москвин. Место происшествия.